Ну, защитники — это те, кому денег дали, а противники, кому денег не дали. Если бы он всем заплатил бы денег, когда он воровал, то, я думаю, все были довольны. Значит, кому-то не додал. Поэтому я считаю, что это как раз вот, знаете, вот местечковая какая-то разборка. Ну, ничего, я вот ничего серьезного, даже вот, у меня взяла такую улыбку. Все прекрасно понимают, что все, кто касается какой-то должности, все начинают привлекать своих союзников, родственников, еще кого-то, всем все хорошо живут. Как только кому-то человек не получил, не додал, начинает возмущаться, сразу его начинают обвинять в воровстве. Он что, воровал один день, неделю? Что, он воровал, видно, не один год, я так поняла, раз был мэром. Сколько он был мэром на посту? Столько он был мэром, значит, столько, если считать, что он вор, и он так долго уже воровал, так зачем сейчас об этом уже говорить? Раз вы об этом подтверждаете это, значит, получается, что вы тоже имели какие-то отношения к его деньгам. А если он действительно не воровал, никакого к этому отношения не имел, то просто люди завидуют и хотят сами допасть до кормушки. Это мое чисто мнение.